И все такое. А следующая песня будет. Вот, наверное, ну, мало есть мест в России, на Руси, где не ступала нога этого человека. И вот здесь он точно был. Речь идет о первом советском космонавте Юрии Гагарине. И сейчас будет исполнена песня про то, что апокрифическое сказание, так сказать, о том, что этот человек до сих пор жив. Гагарин жив, пусть говорят нам, что он якобы разбился, не верьте. Гагарин жив, пусть знают все, что в монумент он превратился. Врут, что его крылатый миг маневр не выдержал, из штопора не вышел. Сочинили это все по спецзаказу главной крыши. Эксперты не спешат скрывать архив. Гагарин жив, но он не выслужит, он предпочел опушку леса. Он сыт по горло пыролью жупела КПСС-а. И он подался в дальний скит, ушел от шейков леса. Иногда мотор шумит, и раздаются голоса. И в деревнях, и острый черт в лютном шлеме, даже в наше время. Спасибо.